скажу честно, когда мы собирались в Финляндию, мы вот сразу решили, что про сауну вот ни одного кадра. Потому как все об этом снимали и говорили примерно одно и то же. Да, мы-то между собой договорились, но наш друг Тэтчер-то об этом не знал. Мы прямо напротив православной церкви, и весь туризм там остался позади, да? Вот здесь это самое такое там андерграундовское, хипстерское место, где люди просто по-честному с местными властями договорились, что вместе промзоны бывшей, да, брошенной, давайте замутим что-нибудь красивое, да, поставили кафешко, тут там куча детишек играет. Но при этом никак не помогали материально, да? Не, посмотри. Это все молодежь делает местная. Это реально, типа, пойдем дальше, увидишь просто кучу собранного мусора, да, а мы идем в итоге в сауну, которые они просто из каких-то найденных материалов, да, там, собрали. Бесплатная. Абсолютно. Это не то, что там 15 евро за час. Но тут мне рассказывали, что большой порт был, да, и его убрали, и долго просто эта вся платформа стояла, ну, площадка стояла абсолютно брошенной. А, тоже вот, гляни, да, просто барж, и похоже, что в танцпол превращает его потихоньку. Паром, да? Да. Ну, круто. Да. А насчет саун. Mm-hmm. Знаю, что это очень личная такая вещь, сауна, вот в доме каждого финна. То есть невозможно так постучаться в дверь и сказать, пустите, пожалуйста, в сауну. То есть и общественные сауны, как бы, ну, и там и снимать нельзя, и так бесплатно не попадешь. Ну, вот тут такой разброс, да, потому что вот в Финляндии даже больше саун, чем домов, да? Ага, или, нет, больше сейчас путаю. Вот, есть понятие семейства, да? Сколько семейств, да? Да, там живут в Финляндии. И количество бань превышает количество семей. Если так, по статистике. А суть в том, что у всех в обязательном порядке дома сауна, да? У всех у себя на даче, да? За городом сауна, да? И еще там сколько-то общественных, там. Итак, мы с Тэтчером идем в финскую баню. Но необычную. Это арт-сауна, если так ее можно назвать. Сейчас будет горячо. Слушай. И вот, мы на месте. Это сауна? Это не только сауна. Это массаж, и железный мамонт, и стройматериалы еще пригодятся на очередное строение. Вот из этого делают? Ну, видишь, распилено все, да? Это называется recycling. И гляни на стройки. Все ровно и... Вот эти цветные домики, это и есть сауна. Да, да. Добро пожаловать. Подожди, а... Подожди, ау. Там голые все? Конечно. Мы голые туда пойдем? А, там женщины тоже? Все и вместе? Все, да. Третий финский национальный символ действительно сделан из подручных материалов. Что нашли, из того и построили. Но главное, что все работает и пользуется спросом. Не только сауна, друзья, сделана из чего попало. Но еще и вид из окон просто сумасшедший. Гаш. Вот так вот. Банька, прям так скажем, не скучная. Правила пользования очень демократичны. Нет деления на женское и мужское. Все равны. Раздеваться? Так там же девушка. Да брось ты, нашел чего стесняться. Это Финляндия, давай вперед. Попарился и концы, как говорится, в воду. В холодную воду Финского залива. Неправда. 18. У меня все. Свернулось. Долго. Спинте. Действующая сауна как арт-объект, это, конечно, сильно. Но и это еще не все впечатления. Пока мы прохлаждались, подплыл театр на воде. Хотим, говорит, дать Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира. Откуда эти люди? Что за театр? В общем, куда ни глянь, горячо. Вообще, отношение к обнаженному телу в Финляндии очень свободное.
И вот вам картинка, когда голый человек мужского пола помогает другому голому человеку женского пола спуститься на воду. Абсолютно нормальная и естественная картина для финнов. Мы рождаемся голыми, поэтому что тут стесняться? Я в шоке. Отправляем шипение горячих финских камней из самой необычной сауны Хельсинки на карту. Туда же и мое беззвучное недоумение.